Налог на недвижимость в действии. Отныне владельцам квартир площадью больше 120 квадратных метров и домов больше 250 стоит быть готовыми к получению уведомления от Министерства доходов и сборов. Высчитать размер налога просто. Лишние метры нужно умножить на 1% от минимальной зарплаты. На сегодня это 12 гривен 81 копейка. Эксперты же в растерянности, им до сих пор не ясно, как быть в случае владения несколькими объектами недвижимости. То ли это будет совокупная площадь, минус 120, вот эта льгота на 120, то ли вы сможете эту льготу применить в конкретную только недвижимость, а все остальное оно не касается. Вот тут мне непонятно, то есть закон не определяет такой порядок. Эффект от этого всего будет незначительный.